Сотрудниками уголовного розыска и ФСБ пресечена деятельность преступной группировки, занимавшейся отъемом денег у жителей Берска и Искитима. В группу входили 5 берчан, 4 из которых ранее уже привлекались к уголовной ответственности за вымогательство. Возглавлял группу 28-летний житель Берска, ранее судимый за грабеж и разбой. В ходе проведенных оперативных мероприятий и следственных действий установлена причастность задержанных к 7 эпизодам вымогательств и 12 эпизодам мошенничества. Жертвами злоумышленников становились жители Бердска, а также Искитима и Новосибирска. Граждан путем обмана либо угроз заставляли брать в банке или микрофинансовой организации кредит, после чего передавать им денежные средства, либо оформлять в кредит технику, как правило, дорогостоящие смартфоны, и также передавать ее участникам группы, обещая погасить кредит из своих средств. Следующую жертву обычно выбирали из числа знакомых тех, в отношении кого уже было совершено преступление. В ряде случаев у потерпевших забирали документы на автомобили, которые в последующем сдавали в ломбард. Часто гражданам угрожали физической расправой. Участники группы были задержаны утром 13 июля по местам проживания при силовой поддержке отрядов спецназа ФСБ и Нацгвардии. По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 163 Уголовного кодекса Российской Федерации.